Тем временем в Беларуси началась подготовка уже и к летнему сезону. Специалисты Минприроды проводят рейды в зонах массового отдыха населения. Тщательному исследованию подверглась и береговая линия Минского моря. В центре внимания порядок на побережье, потенциальные места кострищ и скопления мусора, а также нарушение правил парковки автомобилей. Только за прошедший купальный сезон за подобное правонарушение было составлено 3000 протоколов. Отмечу, состояние Заславского водохранилища на постоянном контроле. Полностью благоустроить пляжи, в том числе и на других столичных водоемах, планируют к 18 мая. Они пополнятся мусорными контейнерами, кабинками для переодевания и мангалами общего пользования. Мы перед этим уже вот 7 таких рейдовых мероприятий провели. То есть объехали все зоны отдыха, зафиксировали то, что мы увидели, и все это довели, вот, кто обслуживает Минскому леспархозу, для устранения и для включения в план. Парковка в неустановленных местах, разведение костров. Изготавливаем своими силами 11 беседок. Появится порядка 6-7 комплектов лесной мебели. Сейчас вот непосредственно предприятие занимается уборкой сухостойных ветровальных деревьев. Уже более активная фаза по благоустройству зон отдыха будет в апреле месяце.